Я как-то выступал в поддержку сектора Газа, что-то там нужно было деньгами помочь, не помню уже, но любви к ним никогда не испытывал. Конечно, у меня гораздо больше любви к Летову, он для меня панк-хиппи. Очень люблю Алу и Свинью, бригадный подряд. Люблю не тех ребят, которые сейчас, а тех, которые померли уже. Когда я выпустил альбом с песнями Коли Михайлова, представляешь, сколько денег он получил? Конечно, ему дали не всю часть денег за альбом, я себе забрал. Соя тоже забрал какую-то часть на дела бригадного подряда. Но при этом я представляю, что человек бомж, и вдруг у него полный холодильник чуть ли не впервые в жизни. Комнату ему сделали, и он нажрался, и такая радость. Я знаю, что счастье сделал человеку, и помер он почти сразу же. Мучился, а помер счастливым. Рикошет вот тоже помер, был алкоголиком. Я всегда ему говорил, ну чего ты пьяный? Я же его приглашал петь некоторые песни, и постоянно не хватало его, он падал. И я ему, как ты пьешь так, что уже падаешь, заебал, блять. Я много лет торчал, а он на последних своих 3 месяцах зачем-то купил героин и передознулся. Я от него такого не ожидал.